Сегодняшняя наша тема – почему не работает интернет на телефоне. Интернет подключен, но не включается на андроиде. Если у вас двухкарточный смартфон, все правильно сделали, но все равно не можете подключить интернет на телефон, вы попали именно туда, где вы узнаете истинную причину, почему не работает интернет, и как быстро самостоятельно решить эту проблему. Не нужно идти в офисе у оператора мобильной сети. Не нужно идти к программистам. Вы сами все сделаете очень легко. Недавно у меня возникла такая проблема. У меня двухкарточный смартфон. Я отдыхал в Батуми и никак не смог подключить мобильный интернет. Хотя у меня было достаточное средство и мегабайты на одном сим-карте смартфона. Вот посмотрите, я правильно прописал все интернет-параметры в телефоне, но интернет все равно не подключается. Сейчас покажу простой лайфхак, который вам поможет. Достаточно всего поменять местами сим-карт. Проблема в том, что сим-карта, на котором у нас есть средства на интернет и купленные мегабайты, должна стоять в разъеме именно на первом месте. Если она вставлена в разъеме на втором месте, вы не сможете подключить интернет никак. В таком случае сим-карты нужно поменять местами, переставить. Если вы переставили сим-карты и интернет все равно не подключается, тогда посмотрите в настройках телефона, написано ли интернет параметры мобильного провайдера. Если вы не знаете интернет-параметры вашего мобильного провайдера, ее легко можно узнать через Google или на YouTube. Например, набираем такое ключевое слово. Настроить параметры интернет Beeline. И вот инструкция и данные, но проще всего посмотреть видео на YouTube. Интернет-параметры для разных провайдеров и для разных стран будут разными. Но это тоже не проблема. Если в поиске укажем страну или ключевик наберем на том языке, в каком страну нам нужно установить интернет. Если это не поможет, тогда слушайте следующие причины. Интернет может отсутствовать по следующим причинам. Сбились настройки. Абонент находится вне зоны действия сети. Ведутся технические работы на стороне оператора. Вышла из строя устройство. Нет денег на балансе телефона. Закончился доступный в рамках вашего тарифа интернет-трафик. Отключена передача данных на телефоне. Не произошла автоматическая регистрация в сети.